Так и двигаемся. Как прийти к анализу себя самого? Что это вот за хуйня вообще? А как мне вот сделать то? Раз ты спрашиваешь об этом, значит ты, ну, понимаешь, что это можно сделать, и, ну, да делай. Вы как будто, суки, просто ищете толчок, что, ой, да просто надо встать, пойти. Просто идите, делайте. Тоже полезное наблюдение. Больше делать нужно. Мысли убивают. Это полезно, это, да, в меру. Иногда поделать, посидеть, поговорить с собой. Но если постоянно только сидеть и думать, и размышлять, ну все, это не жизнь ведь. Просто хоть что-то делать, просто из дома выйти, с новым человеком познакомиться. У меня какой план вот на Америку, да, чтобы вы понимали? Я просто буду каждый день выходить из дома, куда-то идти и с кем-то говорить. Все. И я знаю, что таким способом я рано или поздно окажусь на студии с Дрейком. Все, я знаю. Скриньте, увидите потом. Поэтому просто нужно что-то делать. Знакомиться, общаться с людьми. Все, вам жизнь сама начнет подкидывать возможности. И какие-то темки.